Эллен Николь Шеф. Русский с носителем представляет. Всем привет! Аудиотест. Вам будут показаны несколько картинок и дано описание одной из них. Вы должны будете выбрать ту картинку, о которой идет речь. Вопросы будут идти от простого к сложному. Поехали! На столе стоит тарелка с яблоками. На столе стоит тарелка с яблоками. В комнате на стене висит картина. В комнате на стене висит картина. Я работаю на стройке. Я работаю на стройке. Моему сыну 10 лет. Он учится в школе. Моему сыну 10 лет. Он учится в школе. Мы купили двухэтажный дом за городом. Мы купили двухэтажный дом за городом. Каждое лето я езжу к бабушке в деревню. Каждое лето я езжу к бабушке в деревню. Я всегда беру фотоаппарат с собой, чтобы сделать снимки по пути на работу. Я всегда беру фотоаппарат с собой, чтобы сделать снимки по пути на работу. Меня зовут Анна. Мне 25 лет. Каждое утро я с моим псом Полканом бегаем в парке. Меня зовут Анна. Мне 25 лет. Каждое утро я с моим псом Полканом бегаем в парке.
мы работаем до вечера и после работы обязательно заходим в кафе, чтобы поесть. Мы работаем до вечера и после работы обязательно заходим в кафе, чтобы поесть. Каждое лето мы ездим на море. У меня большая семья, и мы часто собираемся вместе. Каждое лето мы ездим на море. У меня большая семья, и мы часто собираемся вместе. Меня зовут Иван. Я молодой мужчина высокого роста. У меня темные волосы. Я одет в серый костюм. Я сижу на стуле. Меня зовут Иван. Я молодой мужчина высокого роста. У меня темные волосы. Я одет в серый костюм. Я сижу на стуле. Пациенты приходят ко мне на консультации каждый день. Я выписываю им рецепты и назначаю процедуры. Вскоре они выздоравливают. Я работаю в больнице. Пациенты приходят ко мне на консультации каждый день. Я выписываю им рецепты и назначаю процедуры. Вскоре они выздоравливают. Я работаю в больнице. Мы любим праздники, особенно Новый год. Каждый год мы украшаем комнату и наряжаем елку. Под елку мы кладем подарки для детей. Мы любим праздники, особенно Новый год. Каждый год мы украшаем комнату и наряжаем елку. Под елку мы кладем подарки для детей. Я люблю животных. У моего дяди есть лошадь и собака. Но дома у меня живут два кота. Я люблю животных. У моего дяди есть лошадь и собака. Но дома у меня живут два кота. Когда я прихожу с работы, я готовлю ужин для моей семьи. Моя семья небольшая. Муж, сын и я. Иногда я готовлю рыбу или салат. Но сегодня я решила приготовить макароны.
Когда я прихожу с работы, я готовлю ужин для моей семьи. Моя семья небольшая. Муж, сын и я. Иногда я готовлю рыбу или салат, но сегодня я решила приготовить макароны. Я изучаю языки. Каждое утро я беру словарь и стараюсь запомнить новые слова. Иностранный язык необходим для моей работы. Я изучаю несколько языков: китайский, итальянский и арабский. Но на работе мы используем немецкий, поэтому по утрам я читаю словарь немецкого. Я изучаю языки. Каждое утро я беру словарь и стараюсь запомнить новые слова. Иностранный язык необходим для моей работы. Я изучаю несколько языков: китайский, итальянский и арабский. Но на работе мы используем немецкий, поэтому по утрам я читаю словарь немецкого. Если вам понравился тест, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, если вы хотите больше таких видео. А пока все. Всем спасибо.